В Йошкар-Оле начал работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Он стал крупнейшим в республике и способен принять значительно больше пациентов, чем обычные городские поликлиники. Прототипом для него стал центр, открывшийся недавно в московском гостином дворе. Для удобства горожан тут работают сразу 10 кабинетов, в которых специалисты сначала собирают анамнез, проводят обследование, а затем ставят прививку против коронавирусной инфекции. За 2 дня более 300 жителей республики получили вакцину. Подробнее о работе центра расскажут мои коллеги. В инфекционных стационарах республики на лечение около 1000 человек с диагнозом пневмония. Врачи в один голос заявляют, единственный способ борьбы с коронавирусом – иммунизация. В Йошкар-Оле на базе Дворца культуры имени 30-летия Победы открыли центр вакцинации от COVID-19. Центр будет работать 1 месяц. Если будет в этом необходимость, работа центра будет продлена. Режим работы с 10 часов до 3, субботу и воскресенье, с 10 до 8 в рабочие дни. Всех желающих приглашаем на прививку. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. За первые 2 дня работы центра вакцинацию прошли более 300 человек. Процедура стандартная. Пациент заполняет документы, затем проходит на осмотр к терапевту, а после, если нет противопоказаний, в прививочный кабинет. Сделать прививку абсолютно бесплатно может любой житель республики. Сегодня мы прививаем облегченной вакциной «Спутник Лайт». Пациенты, многие очень ждали эту вакцину, именно эту, потому что она прививается однократно, то есть без повторной инъекции. 1 раз укололись и все. Идут активно сегодня с утра, можно сказать, без остановки. Вакцины достаточно, поэтому работаем в полном объеме. Спрашивают, справку нам выпишите, чтобы нас вот прямо, чтобы мы в руках держали, чтобы нас сегодня привили. Но мы им объясняем, что сертификат о прививке они могут получить на госуслугах через 3 дня, когда все данные уже будут там. И скачать могут они самостоятельно сертификат о профилактических прививках. Пациенты позитивные, с юмором. По данным регионального Минздрава, в Мариэл прививку сделали более 123 тысяч человек. Из них 2/3 прошли полный курс иммунизации. Переболел ковидом в том году, в конце того года. И вот сейчас прошло полгода после болезни. Я пришел на вакцинацию. Родители мои поставили прививку в мае еще. Я прошел полгода и, собственно, пришел на прививку. Вакцины хватит на всех. В республику уже поступила очередная партия, а в ближайшие дни ожидается еще 15 тысяч комплектов.